Всем привет, с вами Адам. И мы с вами проходим игру под названием Мафия 2 Joe Adventures. Мы с вами сколько прошли? Мы с вами прошли уже 78%. И у нас сейчас задание, видимо, очень важное под названием Бордель. Вот. Важно не потому, что бордель, да, а потому что, ну, сам вот этот значок, желтенькая буковка на черном кружочке, это нам, видимо, даст нехилый буст в процентах по прохождению игры. То есть у нас сколько, 78% мы смотрели, да? Вот. Вот посмотрим, сколько у нас будет процентов после прохождения этой миссии. Да. Я, кстати, уже второй журнал нашел в прошлой серии, в конце, помните, да? Нечаянно подобрал. Бывает, я там... Не то чтобы зацензурил, а там повырезал все. Честно сказать, просто лень все это дело цензурить, поэтому мне проще вырезать. Вот. Поэтому ищите, если хотите понаходить журналы, ищите их сами. Вот. Там картинки. Наверное, вам понравится, если вы мальчик. Вот, если вы девочка, то, ну, это уже решать вам. Вот. Доехали до задания. Е, ну-ка. Ля, серьезные люди такие. Бордель, не нравятся мне эти две последние работы. Что-то тут не так. Пойду-ка я в бордель, поговорю с Рокой и Эдди. Да и выпить точно не помешает. Отправляйтесь в бордель, выпейте, вы заслужили. Чё-то мне вот это вот самому не нравится. О, прям так сразу. Это как с этим самым, с магазином. Этот челик мне тоже не нравится. Так, тетенька уже идет. А куда мне... А, мне на самом деле сюда и надо. Я прям уверен, что тут начнется прям какая-то жесть лютая. Какой-то прям... Прошу прощения, я там пролил, видимо, на что-то. Так, а я правильно иду хоть? Так, тут перехорашиваются девчули. Но нам не в эту сторону, нам не сюда. Ладно, закрывать двери не буду, сами закроют. Может, сюда? Внутри. Или реально сюда надо? Я иду туда, куда открываются двери. Вот пришли. Все правильно. Ля, смотрим заставку. Привет, Джо. Привет. Как все прошло? Не пикничок, это точно. Я в засаду попал, ладно. Потом поговорим. Я отойду на минутку, ладно? Джо, принеси нам еще по одной. Хорошо. Thank you.
Так, ну все, началось. Так. Так, девчуля там все, да? Сейчас, вырезай. Все, готов. А чё сразу вонтит? Вы шо? Ты зачем статую разломал, гад? Так, 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 прятаемся. Всех убей, Джон, всех! Взял статую, сломал. Ты посмотри вокруг. Вообще кошмар. Ну давай, спокойно! Власть. Мать, это же был мой любимый бордельчик. А, не нравится? Погоди, не лезь. Умница. О, сейчас я разберусь. Ну что, слов? Так. Тихо. Вот так. Томпсона я оставлю на потом. Томпсон у нас будет. Не крой меня, Джон! Господи! Ну, кто следующий? Мать твою, ты посмотри вокруг. Так это свой был, да? Они вход, Джон! Надо двигать! Да погоди, я тут это самое истребляю бандюганов. Так. Так, девчуля, убегай отсюда нафиг. Ля, ты уверен, что нам сюда надо? Ладно, разделимся. Ты на сцену или через дверь? Я на сцену. До встречи. Постарайся не сдохнуть, а? Господи. Да я постараюсь. Не дай ему уйти. Так. Так, мой выход. Нет, не мой выход. Подождите. Но? Кто где? Так, тихо, не стреляй. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все. Ну как мне это нравится? Так, тут кто-то у нас сидит вот здесь, да? Твою. Меня попали. Крепись. Ой-ой-ой. Так, минус один. Так, перезарядка нужна вообще-то. Слава богу, что это не на время задание. Обожаю задание не на время. Всех убей, Джон, всех!
дай им уйти. Так. Ты на кого вообще наехал, а? Так, девчуля. Убегай. Так, сейчас я зарашу. Это наш. Мать ваша, ты посмотри, мать. А ты ничего. Главное, чтобы ты трупом не был, братан. Так, дверь не открывается, я подумал, что в нее надо. А, все, добежали. Давай, чувак, за ними. А, это за ними, сейчас погоня будет. Давай туда и разберись с ними. А ты не хочешь помочь? Кто-то должен тут остаться, если еще заявится. Слушай, ты делаешь дело, а я тебя охраняю. Слово даю. Давай, пошел. Так, сохранение идет. Бей, жердяя! Господи! Да ладно, откуда? Вот о чем я и говорил. Ой. Убей, жердяя! Прячемся. Что-то я спрятался не очень хорошо. Короче, то, о чем я вам говорил. Я, кстати, не знаю, что там со звуком было. Надеюсь, что хоть что-то было слышно. Вылазь. Так. Господи! Готов. Ага. Так, вот здесь вот еще кто-то был, по-моему, да? Так, пора, наверное, вылазить. Так. Да ну нафиг.
вылез, получается, да? Так, а что если я вот так пойду? Ой, бежит, смотри. Давай, я что ж стрелять умею? Так. Так. Так, здесь забаррикадировано. Так, ну их тут меньше становится по ощущениям. Так, ну-ка. Готов. О, расстреляй, чтобы отключить освещение. Так, это мне из дробыша прилетело. Так, жизнь-то все меньше и меньше, да, получается? Так, ага, наверх я не залезу, понял. Значит, мне сюда или сюда? О, черт, я не хочу... Ого, ого, ого. Да вы тут жесткие пацаны, я вижу. Господи! А если я вам вот так? Ой-ой-ой-ой-ой, нифига. Так, там, короче, мы не пройдем, да? Вот сюда можно пройти, все, я понял. Так, пацаны. Так, друган, извини, я тебя не спас. Хотя, в принципе, мог бы.
Так, это что такое? О, я бы это съел бы сейчас. Всю жизнь восстановил. Так, а куда мне? Так, это что такое? Так, о! А, нет, получается, туда я не залезу все равно. Так, к чему я взял патроны? А, вот к чему, хорошо. Это мне подходит. Так, тут, короче, сюда мы не сможем пройти, потому что... А! Вот так вот, да? Я думал, холодильник стоит. Думаю, зачем он тут? Ага, все, кажется, я понял. Да, блин, сходил в арт. Сходил в бордель, блин, да? Так, пробил нам нужен. Так. Кто-то там на меня ящики сваливает, да? Сохранение, хорошо. Эй, Барбар! Большая ошибка. Так. Можно и так, распределительный щит. Мне, конечно, про него раньше писали, но я что-то как-то его... Нет, самое... Не увидел, прошел мимо. Ну и ладно. Так. Дайте-ка я к тебе подойду. Ну-ка. Не, нормально. Два Томпсона, короче. Опа. Минус. Второй здесь, наверное, будет. Да, я так и знал. Ага, вот он. Так, там двое, значит.
Так, серьезно. Сейчас я вам туда гранату. На! Куда опять убежал? Так, похоже, он опять наверх слинял. Так, тут бутер где-то лежал, но мне пока нормально. Так, сохранение, хорошо. Дороги бога, убейте его кто-нибудь! Знакомое место, кстати. О, тут уже серьезно. Вот, да, все правильно. Давайте по одному. Господи! Тут. Так. Так, может, у вас как-нибудь... по-другому выцеплять? А то столько тратить патронов на бронежилет ваш. Мне что-то не очень нравится. Шо, я знаю, что ты тут. Так, хорошо, давайте я спрячусь. Чё у меня тут еще по патронам? Да нормально. Так, что у нас тут? Тут у нас трое. Так, мне бы как-нибудь еще прятаться бы. А, вижу. Редко. Все, последний. Пить. О, я помню, тут я с этим самым висел, да? Ля, тут, конечно, виды классные. Ну шо? Шо? Большая ошибка. Ты не представляешь, что затеял Карло.
Так, и чего тут? Поздравляем. Поздравляем. Вы прошли Joy Adventures. Теперь вы можете повторно пройти все задания, чтобы повысить свой счет в списках лидеров. Сохраняется только лучший результат для каждого задания. Слушайте, ну, собственно, вот. 4 косаря нам в конце дали. О, ну, собственно, все получается. Не, на самом деле, давайте вот сяду в машину. Куда-нибудь поеду. Я даже не знаю, где... Ой-ой-ой. Ну, конечно, вылетела игра. Ну так, сейчас посмотрим, на каком моменте мы остановились. Начните следующее задание. Так, а все. Ну-ка. Статистика игры. 91%. А тут заданий ей нет. Больше смотрите. Не, на самом деле все. Тут можно даже и не сохраняться теперь. Не перепроходить. Да. Вообще зашибись. Короче, пинта пива, стопка скотча, бокал бренди, бутылка светлого пива, бутылка пива, хорошее вино. Давайте под конец с вами выпьем пинту пива, короче. Пожалуйста. Хлобысь. Все. Ну, что могу сказать? На этом все. Первое DLC. Пройдено. Ну как, на самом деле это не первое DLC. Это должно быть второе или третье по счету DLC, да. Но я его начал почему-то проходить первым. Да, то есть давайте я сейчас выйду в меню. Вот. Короче, тут, видите, все подряд идет. The Betrayal of Jimmy сначала должно быть, потом Jimmy's Vendetta, потом Joy's Adventures. Вот. В самом начале я The Betrayal of Jimmy начал делать. 2 серии записал. Потом Joy's Adventures тоже начал 2 серии. Ну и сейчас вот Joy Adventures я... закончил. Вот. Следующим буду проходить, конечно же, The Betrayal of Jimmy, а после этого Jimmy's Vendetta. Вот. Вот в таком порядке я, собственно, буду проходить. Собственно, что? Так-то неплохие вот эти вот дополнения. Ну, по крайней мере, вот Betrayal of Jimmy, 2 серии, я когда делал, тоже нормально, мне казалось. А Joy Adventures прикольно, прикольно, понравилось. Как-то, ну, знаете, вроде как проходил, ну вот если не считать вот эти вот проблемки, которые у меня были раньше на стримах, в целом мне понравилось. Вот после стримов я что-то как-то, знаете, прошел. И самое главное, что не было какой-то духоты в этом DLC. Вот. В общем, я даже не знаю, что мне еще добавить. Буду, наверное, добавлять что-то новое по прохождению остальных DLC. Собственно, на этом все. Ставьте лайки, кому понравилось мое прохождение. Всем огромное спасибо, кто смотрел вот это вот мое прохождение, кто был на стримах по этой игре. Вот.
Это была игра Mafia 2, будет какой-то Betrayal, Joy Adventures. Еще одна игра в копилку. Вот. С вами был Однорукий Борис. Увидимся с вами в прохождениях других игр. На этом все. Всем удачи и всем пока.